Следующий наш докладчик – Федор Сенатов, кандидат физмат-наук, научный сотрудник Центра композитных материалов МИСИС, и он расскажет нам про паранормальные свойства материалов. Федор? Добрый день! Итак, мы с вами немножечко поговорим о паранормальном материаловедении. Вообще, в принципе, люди постоянно сталкиваются с какими-то явлениями, которые они не понимают, и пытаются как-то компенсировать свои пробелы в знании с использованием различных слов, таких как паранормальность, магичность, мистицизм и так далее. Но если все это пропустить через некую такую мясорубку критического мышления, то можно на выходе иметь уже некие научно обоснованные факты. И вот сейчас вот в этой лекции мы поговорим, как с помощью достижений современного материаловедения можно сымитировать или воспроизвести некие явления, которые кажутся на первый взгляд паранормальными. Итак, призраки. Ну, с призраками люди сталкиваются издревле, в лесу, в каких-то заброшенных домах, пещерах. И чаще всего все эти призраки, они какие? Ну, светятся, как-то передвигаются плавно. Как же это можно объяснить? Ну, во-первых, самое легкое объяснение — это эффект люминесценции. Что такое люминесценция? Это свечение объектов под действием какого-то внешнего фактора, когда вы можете воздействовать на объект химически, ультрафиолетом, трением, теплом, и в нем электроны возбуждаются, и когда спадают на более низкий энергетический уровень, то выделяется свет. И вот в живых организмах тоже может выделяться свет, это различные жучки, насекомые, медузы. А эти насекомые могут организовывать колонии. И вот эти колонии могут двигаться. Вот на фотографии сейчас вы видите комаров в пещере в Новой Зеландии. И вот такая большая колония действительно может как-то передвигаться, создавая эффект движения, эффект призрака. И такое действительно можно наблюдать. Если вы один в пещере и видите вот такое свечение, то, конечно, мозг может придумать и такие объяснения, как что вы видите призрака или что-то паранормальное. Ну вот, например, последние там, десятилетия было популярно брать медузы, выделять из них зеленый флуоресцентный белок и с помощью него выращивать генно-модифицированных животных. Вот, например, в Тайваньском национальном университете выросли свиньи, у которых светятся пятачки. Выглядит явно крипово, но это все наука. Но можно наблюдать эффект свечения не только в живых организмах, но и на искусственных, например, на квантовых точках. Квантовые точки — это такие мельчайшие частички проводников либо полупроводников, которые как бы в пространстве ограничены по всем трем измерениям. И вот эти квантовые точки могут светиться, например, под действием ультрафиолетового излучения. Вот верхняя картинка — это квантовые точки до воздействия света. Нижняя картинка — это уже свечение под действием ультрафиолета. В зависимости от размеров точечек, от того, из чего они состоят, они могут по-разному светиться. Сейчас создана куча различных квантовых точек, которые светятся от наиболее простых на основе графена до каких-то сложных систем. И есть вполне такое немистическое применение у свечения квантовых точек. Это, например, визуализация различных биологических процессов в организме, в клетках, в различных органах. Может заставлять квантовые точки присоединяться к конкретным молекулам, конкретным вирусам, бактериям, либо при помещении в кровоток можно направлять их в интересующее место, например, в какой-то орган, либо в клетку. И вот тогда можно наблюдать очень красивое свечение, вот как вы можете это видеть на этих фотографиях. Можно подсвечивать, например, органы крысы и смотреть, что в них происходит, какие процессы. И вот это фотография из статьи в журнале Trends of Biotechnology 2004 года «Биолюминесценция органов крысы». Можно присоединять квантовые точки к, например, раковым клеткам и наблюдать, как они развиваются, где они находятся в организме. Следующее интересное паранормальное явление — это человек-невидимка. Ну, невидимость
уже использовано в куче различных фильмов, и чаще всего эта невидимость связана с какими-то магическими предметами. Это может быть шапка-невидимка, это какой-то инопланетный костюм, костюм, например, хищника, или это плащ у Сэма и Фродо, или мантия вот, у Гарри Поттера. Но все это можно воспроизвести с помощью современных так называемых метаматериалов. Что такое метаматериал? Метаматериал — это искусственный созданный материал, который не встречается в природе, и его свойства в принципе в природе не наблюдаются. Например, метаматериал имеет отрицательную диэлектрическую магнитную проницаемость и показатель преломления. Что это значит? Значит, они могут обеспечить невидимость материала в различных диапазонах. Но какие должны быть необходимые условия для того, чтобы объект стал невидим? Ну, во-первых, он не должен отражать свет, он не должен рассеивать свет и не давать тени. И вот первые материалы, метаматериалы, были теоретически предсказаны еще в 1967 году советским физиком Виктором Георгиевичем Веселаго. И только в 2000 году группа американского ученого Дэвида Смита из Калифорнийского университета в Сан-Диего смогла получить первые, грубо говоря, плащи-невидимки. И только где-то в 2010 году был получен такой лабораторный образец, который может скрывать маленькие-маленькие объекты от взгляда человека, то есть в оптическом видимом диапазоне. Естественно, сейчас такой разработкой крайне интересуются военные, и сейчас вот такие научные группы получают обильные гранты. Но как должен работать вот этот метаматериал, этот плащ-невидимка? Свет, который на него поступает, он как-то внутри преломляется, бродит и выходит потом как будто бы насквозь, как будто без преграды. Но вот тут есть важный-важный момент. Дело в том, что размер структур вот этого метаматериала должен быть сопоставим с длиной волны того излучения, от которого мы хотим спрятать объект под такой мантией-невидимкой. Если мы хотим спрятать, например, объект от радара, работающего в микроволновом излучении, то достаточно сделать размеры структур, там, миллиметры, сантиметры. Но если мы хотим сделать реальный плащ-невидимка, который будет прятать объект от взгляда человека, то есть от видимого света, то придется делать совсем маленькие структуры. А вот, например, видимый свет, середина видимого света, зеленый спектр, это примерно 500 нанометров. Соответственно, это должны быть маленькие-маленькие нанометровые структурки, которые можно получить, ну, например, нанолитографией. Понятно, что в большом объеме, на большом пространстве сделать такой плащ-невидимку пока крайне-крайне сложно. Но можно прятать объекты, например, в магнитном поле. Верхняя картинка — это цилиндр, помещенный в магнитное поле, и сверху надета такая мантия-невидимка. И волны распространяются как будто бы насквозь через этот объект. Если снять эту мантию-невидимку, сразу видна тень. Это вот нижняя картинка. Тоже любопытно было сделано еще в 2014 году. Спрятали объект от акустических волн. Верхняя картинка — это как распространяются волны просто фоном. Следующая картинка — это когда поместили перед источником звуковых волн какой-то объект. Потом накрыли его пирамидкой-невидимкой, которая справа изображена, и сразу объект стал невидимым в акустическом диапазоне. В микроволновом диапазоне тоже можно прятать объекты, это делается, причем уже очень хорошо. Слева показано, как выглядит такая мантия-невидимка. Ну, видно, что это не совсем еще мантия, но тем не менее она может спрятать объект, но она сможет спрятать объект только в том случае, если он будет находиться на месте вот этих черных точечек посреди вот этого кружка. И вот справа видно, как это действительно происходит. Но, конечно, такой объект можно спрятать только в микроволновом диапазоне. И вот в 2010 году одна из научных групп смогла спрятать в видимом диапазоне маленький-маленький кусочек золота на стеклянной подложке. Слева это золото без маскировки, справа уже с маскировкой. Видно, что золото становится прозрачным. Но
если посмотрите внимательно на масштаб, масштаб — это всего лишь несколько микрон. Соответственно, пока что можно прятать объекты от видимого излучения на совсем и совсем маленьком диапазоне размеров, который, в принципе, и так плохо различим для глаза. Но, может быть, через десяток лет удастся сделать объекты более широкими. Но вот был предложен в журнале Science в 2014 году крайне интересный и элегантный эксперимент. Дэвид Смит предложил, что многие иллюзионисты любят напускать туман во время своих выступлений, причем в прямом смысле. Туман позволяет как-то немножечко сгладить очертания предметов и убрать некие важные нюансы. И он предположил, что можно мантию-невидимку сделать по типу тумана. То есть внутри структуры этой мантии-невидимки будут частички, которые изменяют направление света, как изменяет направление света туман либо дымка. И вот посмотрите внимательно на рисуночек А. Это просто фотография воздуха. Поставили фотоаппарат, и воздух снимается. На фотографии Б внесли цилиндр и его сфотографировали. На фотографии С надели мантию-невидимку. Ну, мы видим, что на самом деле объекты видим. Но если то же самое провести, но в воде, подкрашенной немножечко краской, можно наблюдать интересный эффект. На рисунке D просто снимается фоном краска. На рисунке E мы видим очертания цилиндра, который внесли в эту краску. А на рисунке F надели мантию-невидимку, которая работает как продолжение вот этого тумана. И объект тогда совершенно не видим. Следующее паранормальное свойство, с которым, в принципе, уже некоторые начинают сталкиваться, это левитация. Ну, пока мы сейчас живем в 2018 году, Марти Макфлай уже как 3 года должен летать на ховерборде. Но, в принципе, ничего такого научно запрещающего нет, чтобы это воспроизвести. Левитация что такое? Это некая компенсация силы тяжести за счет какой-то другой силы. Ну, компенсировать силу тяжести можно, например, потоком воздуха, это аэродинамическая левитация. За счет ультразвука, это акустическая левитация. За счет магнитного поля, магнитная левитация, электростатическая. Ну или, например, оптическая левитация. И вот можно видеть на картинке, как левитирует в лучике лазерного излучения капелька масла. Но самое интересное явление — это эффект Мейснера. Это левитация объектов над сверхпроводником. Некоторые материалы могут при определенной температуре переходить в сверхпроводящее состояние. И в этом состоянии они действуют как идеальные диамагнетики, то есть они пытаются вытеснить из себя магнитное поле. И если к такому сверхпроводнику охлажденному поднести магнит, то сверхпроводник будет пытаться вытолкнуть этот магнит от себя. И вот вы можете видеть, как на этом видео известный высокотемпературный сверхпроводник оксид иттрия бария меди выталкивает неодимовый магнит от себя. Но левитация может наблюдаться даже и на живых объектах. И вот перед вами та самая лягушка, с которой Андрей Гейм и Майкл Берри получили Шнобелевскую премию. Причем, посмотрите, эта лягушка, она живая, и она левитирует. Но она левитирует в очень таком нехилом магнитном поле, примерно 16 Тесла. Для сравнения, магнитное поле Земли — это несколько десятков микротесла. В аппарате МРТ индукция магнитного поля не более 10 Тесла. То есть тут очень такое мощное поле. И вот в 1997 году Андрей Гейм и Майкл Берри выпустили статью, которую так и назвали «О летающих лягушках и левитронах». И после этого сразу бомбануло. Все начали запихивать магнитное поле и в различные объекты, и что только не левитирует. Кузнечики, клубничка, помидорки, мандаринки и куча всего. Таким образом, показано, что действительно живые объекты могут левитировать. Но пока что это применяется для различных магнитных подшипников, для поездов-маглевов.
за счет того, что отсутствует трение между материалами, можно заставлять поезда передвигаться с большой скоростью, с маленьким износом, маленьким коэффициентом трения и, соответственно, с низким энергопотреблением. Следующее интереснейшее паранормальное явление — это телекинез. Что такое телекинез? Телекинез — это манипуляция различными объектами без дотрагивания до них. Как это можно осуществлять? Осуществлять это можно, например, с помощью умных материалов. Они называются smart materials. Например, можно сделать ложку из материала, умного материала, например, с памятью формы либо какого-либо другого материала. И умные материалы меняют свои характеристики под действием какого-либо внешнего фактора. Например, под действием электромагнитного излучения, тепла, изменения кислотности либо влажности. И, например, можно заставить, чтобы при таком воздействии ложка изменяла свою форму. Вы воздействуете, например, электромагнитным полем на эту ложку, она изменяет свою форму, а вы делаете вид, что это все ваши паранормальные способности. В принципе, первый умный материал, это был материал с памятью формы, он был предложен еще в 1948 году советскими металлургами Курдюмовым и Хандерсом. И потом, уже в 1962 году, был получен нитинол. Это самый известный, самый попсовый такой сплав с памятью формы, состоящий из никеля, титана. И называется он так — нитинол, по первым буквам — ни — никель, ти — титан. Нол — это лаборатория морской артиллерии США, где он был получен. Суть эффекта памяти формы в том, что наблюдается в материале при определенной температуре так называемое мартенситно-аустенитное превращение. Это можно не запоминать, но в чем суть? Есть кристаллическая решетка в материале, и она называется мартенсит. Если материал деформировать, то можно представить, что как будто бы в нем натянулась некая пружина. Если потом этот материал подогреть выше температуры превращения, когда у вас одна кристаллическая решетка переходит в другую, в аустенит, эта пружина сжимается, и материал возвращает свою форму. И вот сейчас это применяется, например, в медицине для создания скобочек, которые пережимают кровеносные сосуды во время хирургических операций при температуре человеческого тела при 40 градусах. Применяется в стентах, которые расширяют кровеносные сосуды, восстанавливая кровоток, либо в ортодонтических скобах, штифтах. Ну или вот, например, компания Boeing уже тестировала различные элементы конструкции самолета, которые изменяют его аэродинамику при разогреве о воздух. Но то же самое, тот же эффект наблюдается в полимерах. Причем этот эффект гораздо-гораздо больше. Металлы могут восстановить деформацию только примерно 10%. А вот полимеры можно деформировать на сотни процентов, и после этого они будут восстанавливать свою форму. И вот тут тоже можно провести в этих материалах аналогию с пружиной, такой виртуальной пружиной. Вот представьте, вы взяли кусок пластика и его растянули. И в нем растягивается вот эта виртуальная пружина. Только она окружена неким желе, виртуальным желе, которое заморожено. Если вы отпустите растянутый пластик, он обратно уже не вернется. Но если вы подогреете его, вот это виртуальное желе расплавится и даст возможность пружине сократиться. Таким образом наблюдается эффект памяти в полимерах. И вот нами впервые был описан эффект памяти формы в сверхвысоком молекулярном полиэтилене. Мы взяли столбик из полиэтилена, сдавили его, нагрели, и он сразу выпрямился. То же самое вот в прошлом году мы сделали на тончайших-тончайших нитях, толщиной примерно как человеческий волос. И вот эти нити, мы их называем искусственные мышцы, они могут сокращаться под действием тепла, например, при разогреве от теплого воздуха, и поднимать груз в 1000 раз больше собственного веса. Соответственно, можно взять какой-либо объект, присоединить к нему вот эти тончайшие искусственные мышцы, греть или охлаждать воздухом этот объект, и он будет левитировать под действием этих искусственных мышц. И, конечно, есть куча немистических применений для таких материалов. Это робототехника, различные роботизированные захваты, фиксаторы, медицинские стенты. Или вот тоже любопытно мы предложили делать самоустанавливающиеся имплантаты. Такие имплантаты сделаны из полимера с памятью формы. Их можно сжать,
поместить куда-нибудь, например, в костный дефект, подогреть, и они распрямятся. И вот в этом году китайские коллеги сделали это на операции с кроликом. Верхняя картинка — это кусочек материала, имплантата с памятью формы. Его сжали, поместили в дефект. Это следующая картинка. И третья картинка — это после разогрева материал встал плотно в костный дефект. Но сейчас начались различные спекуляции на тему 3D-печати и материалов с памятью формы, и все это начали называть 4D-печатью. На мой взгляд, это дичайшая ересь, потому что уже попахивает 15D-кинотеатрами и прочей лабудой. Но, тем не менее, это уже прижилось в научной литературе. 4D-печать. То есть, по-простому, это 3D-печать с памятью формы. И вот мы напечатали пирамидку из полимера с памятью формы, поместили ее в теплую воду, и она раскрылась в следующую форму. И вот это и называется 4D. То есть, печать по трем осям, x, y, z, и следующая измерение — это уже время, то есть изменение формы материала во времени. Можно делать вот такие вот любопытные структуры полимерные, которые можно опускать, например, в теплую воду. И без воздействия человека эти структуры начинают во что-то интересное сворачиваться. Ну и вот я решил записать небольшой маленький такой ролик, демонстрирующий, как это можно использовать для фокусов. И вот я напечатал человечка из полимера с памятью формы и провожу некие манипуляции с ним своей рукой. Через рукав направлен теплый воздух. И под действием струи теплого воздуха из моего рукава человечек выпрямляется. Тут за вдохновение спасибо «Космической Одиссее 2001» и Рихарду Штраусу. Следующее такое уже мистическое явление — это живой металл. Ну, все мы хорошо знаем, смотрели «Терминатора», и вот Т-1000 мог восстанавливаться из различных капелек, и вообще, в принципе, мог действовать, двигаться, хотя он был живым металлом. И вот можно взять сплав галлия, а галлий — это очень любопытный материал, который плавится при температуре 30 градусов, добавить в него алюминий, все поместить это в щелочь, и тогда будут возникать мельчайшие пузырьки, которые будут заставлять капельку двигаться и преодолевать различные препятствия. Причем, если наложить магнитное поле на эту капельку, то материал начинает изменять свою форму. Можно заставить капельки собираться в какие-то такие структуры, либо, наоборот, разделяться на отдельные маленькие капельки. И вот такой металл может действительно двигаться. Ну и заключительное, что я хотел вам рассказать, такое паранормальное, это регенерация. Ну, регенерация в живой природе уже известна давно. Это, допустим, хвосты у ящериц, они отрастают. Да и, в принципе, когда вы там порезали руку, то царапинка на руке будет заживать. Это уже естественные регенеративные способности человека. Однако искусственные материалы, в принципе, не могут регенерировать. Но и можно подсмотреть в живой природе вот этот самый механизм регенерации и осуществить его на искусственных материалах. Можно внедрять в обычные материалы мельчайшие микрокапсулы, которые будут содержать некое залечивающее вещество. Если пошла трещинка, как вот на левой картинке, через материал, и трещинка натыкается на такую микрокапсулу, то она лопается, и залечивающее вещество поступает в трещинку, и материал заживает. Можно то же самое сделать в материале микроканалы, которые как раз и будут имитировать кровеносные сосуды человека. Можно восстанавливать материал, и если в нем проходят определенные химические реакции. Вот перед вами на картинке А это кусочек композита из полиуретана. Его разрезали пополам ножом, соединили два кусочка, и они сразу срослись. Причем, если потом этот кусочек растянуть, то он не порвется по месту сращивания. То же самое можно сделать, если разрезать на несколько кусочков совершенно разнородные материалы. Их соединяем, и они начинают сращиваться. И причем механическая прочность их
не будет ниже, чем прочность до разрезания. Такие вот структурки, такие материалы можно растягивать, и они не будут рваться по месту сращивания. Ну, сейчас я вам рассказал кратко о возможностях современного материаловедения, о том, как это все можно применять для обоснования сверхъестественных, на первый взгляд, вещей. Так что мой вам призыв — думайте критично, читайте хорошие книги, и спасибо за внимание. И мы снова переходим к вопросам. Большое спасибо. Волонтеры, вы рулите судьбами, кто будет задавать вопрос. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, вот про большинство изобретений вы сказали, про применение практическое, а вот живой металл, как его планируется использовать на практике? Вот первая такая статья про живой металл была очень любопытно названа. Это самодвигающиеся металлические моллюски. И вот планировалось, что вот такие вот капельки живого металла можно было бы использовать для доставки чего-либо в какие-либо очень удаленные места или маленькие щели, куда не мог бы пробраться человек. Ну, домысливая такое применение, мне кажется, это можно использовать, например, при работах МЧС после завалов каких-то, обрушений, когда сложно добраться в какое-либо место, но капелька живого металла может как-то проникнуть через щели и добраться внутрь. Можно? Вы говорили о некой пирамидке против акустических волн. То есть чисто теоретически у нас есть возможность закопать в землю какую-нибудь небольшую летающую тарелку с рептилоидами, накрыть ее этой пирамидкой, и геофизики, сейсмоакустики ее не найдут. Теоретически нас можно обмануть, и у нас в земле куча летающих тарелок. Это отличный вопрос. Но, как вы видели из этой краткой лекции, на самом деле пока что мы можем прятать объекты только в очень узких определенных диапазонах. То, если, допустим, для звука мы можем спрятать объект, но мы его тогда не можем спрятать под такой мантией-невидимкой от микроволнового излучения, да и, в принципе, от видимого. Поэтому, если уж мы можем прятать летающую тарелку от акустических датчиков, но мы не сможем ее спрятать от какого-нибудь металлодетектора. Ну, если, правда, не сделать летающую тарелку из какого-нибудь неметаллического материала, тут надо подумать. У нас есть трансляция, нас смотрит 2000 человек сейчас, и с трансляции тоже задают вопросы, я один озвучу. А можно ли выкрасить собаку в цвет, который меняется в зависимости от погоды? Кстати, да, я думаю, в принципе, можно. Я не знаю, насколько это все токсично будет для собаки, но это можно сделать, да. Да. То есть, если это будет меняться краска от влажности, такое возможно. То есть стало влажно, идет дождик, собачка стала грустной синенькой. В домашних условиях. А, в домашних условиях? Можно? Дома. Нет, пока вопрос. Думаю, нет. Извините, еще один вопрос про плащи-невидимки. Допустим, его удалось создать, но так как он сделан из метаматериала, он отражает свет. То есть человек внутри не может видеть все снаружи. Как можно было бы решить эту проблему? Ну, первое, что приходит в голову, это проделать две дырки для глаз. Но тогда мы будем иметь два летающих глаза. Это, кстати, это можно использовать против, например, вражеской армии. Это весьма крипово выглядит. По поводу самозалечивающихся материалов хотелось еще обратить внимание на так называемые протекторные покрытия, которые уже давно используются, применяются. Ну, просто как-то о них ни слова не прозвучало. То есть вы можете еще о них как-то что-то рассказать? Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле я рассказал весьма узкую часть вот этих всех самозалечивающихся материалов. Есть различные способы их самозалечивания. Я рассказал всего лишь два. Это касающиеся химических реакций между разделенными кусочками и самозалечивания за счет разрыва различных капсул.
находящихся внутри материала. Также возможно самозалечивание, например, за счет эффектора памяти формы. Когда материал запомнил одну форму до развития трещин, потом вы его подогрели, и он начинает восстанавливать свою форму, которая была изначально до того, как распространялись в нем трещины. Возможен вариант, например, подогрева покрытия, и тогда в нем тоже происходят различные химические реакции и изменения фазового состава материала под действием тепла. То есть, например, сейчас это еще хотят использовать, и в принципе уже пытались использовать в самовосстанавливающемся асфальте. Тема такая очень хайповая, очень актуальная для России. В такой асфальт, в битум добавляются углеродные нанотрубки, и если потом прогреть такой асфальт, проехаться катком, например, каким-нибудь, который будет обеспечивать самозалечивание материала, и прогреть этим катком асфальт, то трещинки начинают зарастать. Можно, пожалуйста, вопрос? Очень много было сказано про воздействие на материалы с эффектом памяти температурой. Uh-huh. Какие еще есть, каким образом еще можно воздействовать на такие материалы? То есть какие есть уже технологии? Насколько мы близки к использованию цифровых сигналов, то есть слабых очень токов, логических желательно, чтобы делать действительно настоящие искусственные мышцы в том же протезировании, скажем. О, это шикарный вопрос, спасибо. Мы как раз вот в данный момент с моими коллегами из Центра компенсационных материалов МИСИС, которые представляем, мы это и делаем. Мы добавляем в вот эти искусственные мышцы углеродные нанотрубки, которые обеспечивают электропроводность материала. А за счет своей электропроводности материал может при пропускании тока нагреваться. И нагреваясь, он активирует вот этот эффект памяти. То есть в любом случае вот такие материалы придется греть. Просто греть их можно различными способами. Либо прямым теплом, например, от фена, как я вот показывал в этом ролике, либо при пропускании тока. И вот сейчас мы, да, пытаемся активировать мышцы для внешних протезов человека путем создания вот таких вот электропроводящих искусственных мышц. Но, в принципе, материалы с памятью формы могут быть получены из материалов, которые реагируют на изменение влажности. Это различные гидрогели с памятью формы. Вы изменяете влажность воздуха, либо помещаете их в воду, они, впитывая воду, начинают изменять свою структуру и, например, вырастать в какую-то другую геометрическую форму. Например, были маленьким шариком, стали большим кубиком. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы раскрыли замечательнейшие механизмы, как вот материалы, например, могут летать, вот как в эффекте Мейснера. А скажите, пожалуйста, проводятся ли какие-то исследования, да, по применению вот этих самых современных технологий для постройки современных пирамид, да, и возможности проверки, как именно были возведены великие монументы вот древних истинших цивилизаций? Честно говоря, я про такие эксперименты не слышал, но эффект Мейснера пока имеет чисто такое утилитарное применение в различных трущихся системах, именно чтобы снизить трение между материалами, просто потому что это экономически выгодно. Потому что, в принципе, охлаждать сверхпроводники до температур, при которых проявляется сверхпроводимость, это достаточно дорого. Некоторые сверхпроводники работают при температурах жидкого гелия, некоторые высокотемпературные сверхпроводники работают при температурах жидкого азота, это примерно 77 кельвинов, то есть все равно весьма прохладненько. Ну и это пока достаточно дорого. Хотя, в принципе, вот сейчас уже жидкий азот не самая дорогая штука. Примерно литр жидкого азота стоит как литр хорошего молока. Поэтому если уж делать какие-то большие-большие сверхпроводящие такие пластины, их можно там обливать жидким азотом, будет классно. Но проблема современного материаловедения в том, что пока не удалось сделать вот этих хороших, идеальных высокотемпературных сверхпроводников. Правда, область такая очень интересная и бурно развивающаяся. Мне бы хотелось уточнить по поводу призраков и привидений. А значит ли из вашего доклада, что можно быть спокойным, только находясь в Новой Зеландии, если в руках у вас ультрафиолетовый фонарик в наших вот условиях? А есть ли подобные прецеденты?
В принципе, светлячки, они на многих континентах живут. И в наших широтах тоже есть насекомые, которые обладают вот таким вот свечением. Дело в том, что это могут быть либо индивидуальные насекомые, которые вы видите на дереве, но это могут быть их колонии просто. Вот почему чаще призраков мы видим именно в таких заброшенных местах или, например, в лесу? Да потому что там могут, например, стелиться вот такие колонии насекомых. Это могут быть и, насколько я помню, различные пауки, вот, которые тоже выделяют секреты, которые светятся под действием, причем не обязательно ультрафиолета, а под действием химических реакций. Это вот называется хемолюминесценция. Вопрос можно по поводу левитации. Может ли человек левитировать, как лягушка в магнитном поле? И насколько это критично для состояния человека? В принципе, вот эта вот индукция магнитного поля, при которых живые организмы левитируют, она, как я сказал, весьма такая критичная, поэтому, в принципе, на человеке это, таких опытов не проводилось, но делали по-другому. Вот, насколько я помню, была такая даже симпатичная фотография. Профессор физики из одного из американских университетов стоит на платформе, которая как раз левитирует под действием эффекта Мейснера над сверхпроводником, который поливают жидким азотом. То есть, в принципе, человек может, да, левитировать, но пока на таком искусственном ховерборде. Спасибо за лекцию. Несмотря на то, что лекция была более научная, вопрос будет более ненаучный. Ну вот все мы знаем такие вот, ну или хотя бы раз испытывали такие вспышки в сознании или озарения. Можно ли квантовыми точками описать подобные вспышки? И таким образом можно ли создать свою квантовую теорию сознания? Вообще, в принципе, о квантовом мистицизме вам сейчас очень хорошо все расскажет Олег Фея после меня. Но лично мое мнение по поводу квантовых точек. В принципе, квантовые точки можно заставлять, если к ним привязывать некие белки, можно заставлять прикрепляться к различным клеткам. Но почему бы не заставлять их прикрепляться к каким-либо нейронам? Но имитировать вспышки сознания, я, честно говоря, пока не берусь ответить, что это можно сделать. Но вот я думаю, Олег Фея сделает все это очень классно. Дайте последний вопрос. Скажите, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, за ваш доклад. Вот у меня такой вопрос. Смотрите, вот судьба играет с нами злую шутку, потому что все, что мы изучаем, да, физику, химию, материалов, которые нам дают в школе, университете, она вот описывает те свойства материалов, которые мы привыкли наблюдать в нашей повседневной жизни, там, при атмосферном давлении, при таких-то температурах. Однако 98% материи во Вселенной, они находятся в каком-то сверхкритическом состоянии. Вот вам приходилось изучать, например, материалы при сверхвысоких давлениях? Вот этот вопрос очень интересный, потому что там реально магия случается. Металлы могут становиться прозрачными, например, натрий прозрачный становится. То есть очень интересно. Скажите, пожалуйста. О, спасибо, это чудеснейший вопрос, потому что мы проводим как раз работы с тем, что называется сверхкритические флюиды. Звучит дико еретично на первый взгляд, потому что флюиды, если в принципе загуглить слово флюиды, это вы можете сейчас все сделать, то у вас будет куча картинок с всякой ауры. Но в принципе, что такое флюид? Флюид, если говорить про физику, химию, это вещество, которое находится в сверхкритичном состоянии, то есть оно находится при каком-то определенном высоком давлении, высокой температуре. И это некое пограничное состояние между жидкостью и газом. То есть это вещество, которое ведет себя одновременно и как газ, и как жидкость, оно может проникать очень хорошо в различные материалы. И вот, например, в принципе, вот если говорить о повседневной жизни, со сверхкритическими флюидами очень многие из вас, ну, многие из вас встречаются. Это те, кто пьет, например, кофе без кофеина. Кто-нибудь пьет кофе без кофеина? Нет? Ладно. Но есть такие люди, которые пьют кофе без кофеина. А как он получается? Берется обычный газ CO2, ну, который присутствует в воздухе. Если вот этот газ CO2 нагреть до температуры примерно, там, ну, допустим, 35 градусов, но выдержать его под большим давлением, то этот газ
приходит в состояние флюида. Он получается как такая жидкость, которая начинает везде хорошо проникать. И он может проникать в кофейные зерна. И вот что делают на фабриках, когда делают декофенизированный кофе? Берут кофейные зерна, берут углекислый газ в состоянии флюида, он проникает в кофейные зерна и очень хорошо растворяет кофеин, который находится в кофейных зернах. А если вы сбросите давление, то газ, то есть вот этот флюид, он перейдет в состояние газа и уйдет из кофейных зерен вместе с кофеином, который он растворил. И у вас после того, как вы сбросили давление и газ улетучился, у вас будут лежать две кучки. Кучка кофейных зерен и кучка кофеина. И потом, кстати, кофеин уже можно отлично использовать, например, в медицине, в препаратах для сердечно-сосудистой системы. И это, в принципе, такое бытовое применение. Какой вопрос был самым лучшим? Oh. На самом деле были очень классные вопросы. Всем спасибо за вопросы. У нас крутая аудитория, да. Но да, тебе нужно выбрать. Очень классная аудитория. Ну, давайте за последний вопрос. Последний вопрос был отличный. Давайте вам книжку. Передайте, пожалуйста. И спасибо еще раз за выступление.